Этот манекен дышит, моргает, одним словом, живет. И этот же самый манекен вполне может умереть. Он еще молод, а уже целый букет болезней. Одна из них – острый коронарный синдром, то есть симптомы, по которым подозревают стенокардию и развивающийся инфаркт миокарда. Оказывать неотложную помощь учат забайкальских фельдшеров и врачей. Этот манекен, который вы видите, ничем не отличается от манекена, который, например, в каком-нибудь из европейских центров расположен, американских. У нас в стране таких центров не так много, и Забайкальский регион в этом смысле серьезные преимущества имеет, в том числе перед нашими соседями. Теории минимум, но без нее никуда. Сначала короткая лекция, а затем прямиком к роботам-симуляторам. Именно на них отрабатываются навыки неотложной помощи. На наших глазах, соответственно, падает без сознания человек. Мы начинаем с оценки сознания. Для этого должны его встряхнуть за плечи всячески, постучать по щекам, спросить, что с вами случилось, как вас зовут. Далее, если не отвечает, оцениваем дыхание. На тренинги в Читинскую государственную медакадемию приезжают врачи и фельдшеры со всех концов Забайкалья. Говорят, в районных больницах подобного не увидишь. Нужно побольше создавать таких школ, как здесь вот центр вот этот открыли, чтобы каждому человеку, даже простому, была доступна вот эта вот технология, все, техника вот этого непрямого массажа и даже просто запрокидывание головы. Тогда, может быть, смертей так меньше было бы. Кажется, еще чуть-чуть, и манекены скажут спасибо за вовремя спасенную жизнь. Однако роботы терпеливо молчат. Главное, чтобы это слово как можно чаще говорили работникам медицины, настоящие пациенты. Наталья Аршинская, Валерий Широков, ЗапТВ.